вечер! Добрый вечер, уважаемые дамы и господа! Пятница! В эфире праздничное капитал-шоу «Поле чудес». Да-да, именно праздничное! 160 лет железным дорогам России! 1837 год, ноябрь месяц. Открыто движение на участке Петербург-Царское село. И это начало железных дорог России. С удовольствием приглашаю в студию первую тройку игроков. Первая тройка в студию! Итак, с удовольствием представляю вам первую тройку игроков. Виктор Зайцев, город Санкт-Петербург. Евгений Николаевич Парчинский, город Алапаевск. Марина Кириллова, город Минеральные Воды. Виктор, ваш ход. И пока обращается барабан, сразу хочу сообщить, что спонсор нашей сегодняшней программы – автомобильный завод «ГАЗ». Один из лидеров российского автомобилестроения. И с огромным же удовольствием сообщаю вам, что еще один спонсор нашей программы – французская парфюмерная компания «Эвафлор». «Эвафлор» – разнообразие стилей при неизменных французских традициях. Очевидно, что тема нашей сегодняшней игры – это вы. То есть железные дороги России. Вот задание на первый тур. Как называлось увеселительное заведение, которое было простроено при железной дороге в Павловске, чтобы привлечь туда людей из столицы. Хотел бы вам только заметить, что слово это имеет современное написание. Раньше оно писалось по-другому, в старой транскрипции. Значит, мы взяли вот современное написание этого слова. У вас 750 очков. Спокойно. Да. Б. Буква? В. Что В? Володя. В. Виктор, в смысле? Виктор. Есть такая буква в этом слове. Откройте нам, пожалуйста, букву В. Вращайте барабан, ваш ход. Ну, по традиции, сразу давайте и будем представляться. Какое отделение железной дороги вы представляете? Санкт-Петербург-Витебское отделение дороги. Ага. Вы по специальности, или как? По профессии вы железнодорожник, а по специальности? Бригадир пути. Бригадир? Пути. Это вы ремонтом занимаетесь? Да, я ремонтом. А, стрелочник? Нет, стрелочник это совсем другое. Расскажите. Ну что, жена, дети, все работают, да, на железной дороге. Я женат, дочь у меня. Все на железной дороге. Да, жена работает на железной дороге. Кем? Старшим билетным кассиром. Кассир? Да. Так, а дочь? Дочь пока не работает нигде. В декретном отпуске. Вот поздравляю. Ну, извините, у вас ноль переход кода. Мне счастье с вами познакомиться. Вращайте, пожалуйста, барабан. Евгений Парчинский, город Алапаевск. Удобно, Евгений Николаевич? Евгений, как? Как вам удобно? Нет, как вам удобно. Ну, давайте Евгений Николаевич. Евгений Николаевич. Скажите, сколько лет вы работаете на железной дороге? 34 года. Это что, семейная традиция? У меня папа работал 46 лет на железной дороге. Был... Где, кем? Был начальником депо Егоршина, которое я и представляю. В общем. Евгений Николаевич, ну... Я прошу меня простить, но совершенно очевидно, я просто обязан задать этот вопрос. Знак «Звезда Героя России» – это участие в боевых действиях. Что имеется в виду? Я что-то не припомню, чтобы железнодорожники за последние годы участвовали в боевых действиях. Конечно, в боевых действиях я не участвовал. Да. Тогда за просто что? Просто так получилось, что пришлось спасать людей от гибели. Так. И спасать тепловоз. Что было-то? Было. На нас шел неуправляемый тепловоз. А мы вели пассажирский поезд. И вот надо было принять решение мгновенно. Там оставалось 4 минуты. Так, чтобы спасти людей
Так, и попытаться спасти технику. И чего вы сделали? Мы отцепили свой тепловоз от пассажирских вагонов, так, закрепили эти вагоны, предупредили пассажиров и поехали навстречу ловить неуправляемый тепловоз. То есть вы пошли в лоб? Да. Но с таким расчетом. Это в вашу честь. Спасибо. Больше уже ничего объяснять не надо. Да. Это в вашу честь. Да, я от имени всех. Во. Я вам просто кланяюсь в ноги. Хорошо. И у вас 750 очков. Я ожидаю только буквы, которые вы сейчас и назовете. Но я скажу слово там. Воксал. Буква С. Не зал, а воксал. Вы понимаете, какая история? Я первый раз за 7 лет, за 6 лет, я оказался просто в странном положении. Вообще-то вы правы. С другой стороны, буквы «С» здесь нет. Но с третьей стороны, я сказал, что это слово в современном правонаписании. Зал, да. Действительно, «воксал». Но сегодня он пишется как «вокзал». Я обязан признать победу. «Вокзал». Поздравляю. И мы аплодируем первому финалисту капитал-шоу «Поле чудес», всем игрокам первой тройки. Все, что вы хотите сказать и сделать сейчас. Разрешите, Леонид Аркадьевич, подарить наши скромные вам подарки. Этим меряют рельсы. Ведь в жизни, как и на железной дороге, Леонид Аркадьевич, бывают перекосы. Вот чтобы эти перекосы предупредить, существует вот такой прибор, который с точностью до миллиметра определяет это. Дорожный просвет? Да, да. Какая штука! Вот это да! А, это да, как? Сигнальный жилет, Леонид Аркадьевич. Да, стой, подожди, нет, это надо одевать, что вы там делаете? Надо одевать. Сигнальный... А дудку? Сигнальный жилет оградит вас, ну, скажем, от наезда. Ведь наезды бывают разные. Ой, наезжает, рэкет может наехать. Да. А этим жилетом я отмахнусь. Да, вот. А дудку? Ой, дудка. Ну, этими флажками вы будете отмахиваться от наезда. Нет, это я знаю, это я знаю. А да, вот это самое главное, Леонид Аркадьевич. Дай дудку. Если вам на железной дороге где-то придется, ну, какие-то неприятности или что, давайте сигнал общей тревоги, мы услышим, поможем вам. Классная вещь. Спасибо, с удовольствием передаю это в музей. Поле чудес. Я как машинист пассажирского движения... Сейчас просто... рельс подарит. Нет. Мне просто было бы, ну, не по себе упустить такой шанс привести поезд на вокзал «Поле чудес». Так что в вашей одежде тут не хватает еще кое-чего. Сейчас мы поведем поезд, я как машинист буду, а вы будете как дежурный по отправлению. От локомотивного депо... Егоршина. Ну, ребята! Ох, ребята! Прошу так и держать. Минуточку, мне надо отправление. Я же машинист буду. Не держу, так. Да, вот держу. Так, вот, зеленый. Все, сейчас поедем. Сейчас, минуточку. Наш поезд прибыл на станцию «Вокзал Поля чудес». Ох, какая прелесть! Это подарок
от управления Свердловской железной дороги. Ох, ребята! Ох, спасибо! Ах, какая прелесть! Это специально для Поля чудес наши юные участники, учащиеся 4-го железнодорожного училища, попросили вам передать. А коллектив ревизорского участка Минераловодского отделения вам вот выписали удостоверение ревизора и контрольные щипцы для проверки безбилетных пассажиров. Ну, это я вам наделаю дырочек. А, это вы... Ребята, ребята, ой, призы предоставлены железнодорожным акционерным страховым обществом ЖАСО. Я хочу вам сделать от нас, от всех специальный подарок. В студию! Но это еще не все. Подарки в студию! Рекламная пауза! Шоу «Поле чудес», игра, которую мы посвящаем профессиональному празднику Министерства путей сообщения железным дорогам России 160 лет. Вторая игровая тройка. Александр Мишин, город Москва. Валентина Толкунова. Наш адрес не дом и не улица. Татьяна Григорьевна Мещерякова, город Москва. Александр, ваш первый ход. Вращайте, пожалуйста, барабан. Тема нашей сегодняшней игры вам известна и понятна. Мы будем говорить сегодня с вами о железных дорогах, о вашей профессии, ну и как бы маленькие факты, о которых мало кто знает. Но прежде чем сказать вам задание, я еще раз с удовольствием хочу напомнить вам, что спонсор программы — группа Transrail, фрахтовый агент железных дорог России, гибкие цены, достойный сервис, прямой контакт с перевозчиками. А задание на второй тур вот какое. Первые российские поезда состояли из вагонов 4 классов. Как назывались самые комфортные и дорогие вагоны? 100 очков, пожалуйста, нет никаких проблем. 100 очков на барабане, буква. Буква «Д». Буква «Д». Дмитрий, верно, такая буква здесь есть. Откройте, пожалуйста, букву «Д». Я прошу вас, вращайте барабан. Ваш ход, Саш. Вращайте барабан. И посвятите нас, во-первых, какое отделение железной дороги вы представляете? Я представляю Московское отделение железной дороги. Ага. Вы по профессии, по специальности кто? Я начальник поезда. О! Пассажирского поезда. Вы начальник поезда? Да. Я почему позволил себе этот жест? Потому что к вашей специальности я имел непосредственное отношение, когда был студентом. Нам это известно. Абсолютно. Денег не было, я работал проводником. А вас звали Бугор. Ну да, бывает. Виктор Аркадьевич. Здравствуйте, Виктор Аркадьевич. Мы начальники поездов. Пожалуйста. Да-да-да. А также, Виктор Аркадьевич, от Московского. Какая прелесть! Вот это я с удовольствием передаю в музей. Минуту.
эксклюзивный экземпляр главной магистрали России, Московской железной дороги. А также крупнейший вокзал Европы, Казанский, главный вокзал Москвы. Все, передается в музей. Капитал шоу «Поле чудес». Иди, голубка, на тебе, на тебе, на тебе, на тебе. Одну секунду стоять. Международные перевозки у вас ноль. Валюш, вращайте барабан. Народная артистка всего, чего только может быть. Просто народная артистка. Валюша Толкунова. Никакая не Валентина, а просто Валюша. Валь, у меня к вам вопрос совершенно естественный. Вы какое отношение к железной дороге имеете? Самое прямое. С самого детства. Что? Потому что я родилась в семье железнодорожников. Потому что я в 11 лет пришла в ансамбль железнодорожников под управлением Семеновича Дунаевского. И потому что я 30 лет езжу по железным дорогам. Ну и откроем маленький секрет. Почетный железнодорожник Валентина Толкунова. Валюш, я должен вас поздравить. Все ваши очки умножаются на 2. Вам надо назвать букву. Е. Ура. Нет. Сейчас взгляну. Прописание слова. Не нашел. Ну и не надо. Хотелось бы. Я прошу вас, барабану. Вращайте, пожалуйста, барабан. В игру вступает Татьяна Григорьевна Мещерякова. Город Москва. Татьяна Григорьевна, ваш ход. А вы... Слушайте, Татьяна Григорьевна, вы... Простите, мы с вами кто? Старшие лейтенанты? Фирменных поездов. Не, я понимаю, вот эти три звезды. Старший лейтенант якобы. Ну, вы полковник. С чего вы взяли? А я старший лейтенант. Старший лейтенант. А вы? Я не Таркач, я всего лишь доктор. Нет, я понимаю. В первую очередь имею отношение к медицине. Нет, нет, вы по погонам генерал... Ну, потому что медицина особенная, транспортная, железнодорожная. То есть генерал? То есть вы... Что означает это звание применительно к вашей профессии? Вы начальник какой-то большой больницы. Леонид Аркадьевич, есть центральная клиническая больница Министерства путей сообщения. Клиника МПС? Клиника МПС. В Тушино? В Тушино, абсолютно. Которая имеет, наверное, отношение ко всем историческим событиям России с 1937 года. Но мне сегодня хотелось бы засветить один маленький факт, который имеет отношение непосредственно к этой передаче. Все дело в том, что клиника была открыта в 1937 году первым наркомом путей сообщения Лазарем Моисеевичем Кагановичем. Но вот сердце клиники в 1937 году открывала никто иной, как ваша родная бабушка Якубович. Якубович Полина Семеновна. Полина Савельевна. Полина Савельевна, да. Простите меня. И вот в архивах больницы мы обнаружили один документ, который подтверждает этот факт. И я хочу этот документ вам вручить сегодня. Это фотографии вашей бабушки. Точно! Ой! Боже мой, боже мой, боже мой, вот спасибо-то. 14 декабря 1948 года. Правда. Но я бы хотела сказать, что сегодня люди помнят Якубович Полину Савельевну как великолепного специалиста, который действительно оставил после себя великолепное наследие. В виде молодых специалистов, которые работают сегодня, может быть, даже уже и не молодые. Я даже вспотел от удовольствия. И Полина Савельевна работала до последнего дня, трудилась,
до того момента, сколько хватило у нее сил и здоровья до последнего дня. И поэтому, так сказать, предстоит юбилей нашей больницы. Я думаю, имея непосредственное отношение к этому юбилею, я вас награждаю, как наших ветеранов, памятной медалью. Менять за что? Выяснилось, что вы имеете непосредственное отношение к нашей больнице. Ой, спасибо. Спасибо вам огромное. Ну, хорошо. Это очень приятно, на самом деле. Бабушка долго там работала, очень долго. Очень. У вас 750 очков, давайте к игре перейдем. 750 очков, буква... Буква У. А? Буква У. Вот, Саш. Вообще я могу слово назвать? А могу поиграть? Пожалуйста, пожалуйста, так скажете. Я так думаю, что, хотя это и небольшое отношение сейчас имеет к железнодорожному транспорту, но вагоны... высшей категории, назывались дилижансами. Абсолютно точно! Дилижанс! Абсолютно верно! Мы аплодируем второму финалисту «Капитал шоу Поле чудес» всем игрокам второй тройки! А «Капитал шоу Поле чудес» от независимой телекомпании «Вид» призы и подарки второй тройки в студию! Железные дороги необходимы для России. Они, можно сказать, выдуманы для нее больше, нежели для какой-либо другой страны. Это слова первого министра путей сообщения России Павла Петровича Мельникова. Ну, разумеется, каждому достается этот новый выпуск газеты «Поле чудес». И давайте... Что это? Леонид Аркадьевич, это вот этот БИКС хирургический. Он участвовал, больница была госпиталем Великой Отечественной войны. И вот этот БИКС хирургический, он как раз и находился в аптеке, где работала ваша бабушка. Но, чтобы почувствовать ответственность сегодняшнего момента, я хочу немножко, чтобы вы приобщились к нашей медицине. И так. Немножко вас преобразить можно? Чуть-чуть. Пожалуйста, это рубашка. Пожалуйста. Это штаники. Это хирургический штан. Где начало? Это не важно. Как вам удобно. Это заправлять? Да, как вам удобно. Пожалуйста, сюда руки. Мы тебя усмирили. Мы тебя усмирили. Так, как все закрыть? Смирительная рубашка. Это еще не все. Очень идет. Хлороформ. Пожалуйста. А теперь объявите рекламную паузу. Скальпель. Пинцет, зажим, клизму. Теперь вы почувствовали ответственность. Ой, вот она, вот она, вот. Дай, вот, вот она, вот. Вот это хорошая вещь, вот. Пациенты, рекламная пауза. И вновь в эфире «Капитал шоу Поле чудес», игра, которой мы посвящаем празднику 160 лет железным дорогам России. Третья игровая тройка. Олег Свешников, город Киров. Елена Мироновна Чухнюк, город Москва. Евгений Виноградов, город Москва. Олег, открывайте игру, ваш ход. Вращайте барабан. Вот задание на третий тур. Как первоначально назывались локомотивы?
Как пир... О, подарок от фирмы «Майский чай» в студию! Это вам просто потому, что вам повезло. Вы имеете право назвать букву. Буква А. Буква А. Буква А. Такая буква есть. Откройте, пожалуйста, букву А. Олег, вращайте барабан, вы получаете право сделать второй ход. И такая уж традиция, сегодня праздник. Какое отделение железной дороги вы представляете? Представляю Кировский регион Горьковской железной дороги. Ага. И вы кто по специализации, по специальности, не знаю, как правильно? Маневровый диспетчер на станции Киров. Маневровый диспетчер. Ага. Составители поездов? Да, я работал составителем поездов в свое время. А теперь составителя в моем распоряжении. Подчинении. А, вы начальник? Руководитель среднего звена. Понятно. 100 очков на барабане, буква. О. Буква О, верно. И такая буква здесь есть. Откройте нам букву О. Я обязан поздравить вас. У вас не 100 очков, а, по-моему, 200, ибо таких букв 2. Вы будете вращать барабан. Паровоз. Паровоз? Пароход. Так нет, минуточку, вы что-нибудь решите для себя? Паровоз. Какой? Что, второй я вообще не понял. Так что сказать? Паровоз. Вот это тот самый случай. Вы ошиблись. Нет, не паровоз. Нет, неверно, неправильно. Но пусть эти аплодисменты скрасят эту маленькую неудачу. И в честь праздника я хочу, чтобы вы тут остались. Мы будем играть с вами вдвоем, но пусть этот милый человек стоит здесь. Прошу вас, вращайте, пожалуйста, барабан. Елена Мироновна Чухнюк. Елена Мироновна, эта традиция будет жива всегда, пока существует программа «Поле чудес» вам, ветерану Великой Отечественной. Подарок в студию! Елена Мироновна, можно мне обратиться к вашей... Это внучка, да? Да, да, да. Идите сюда. Вставайте, пожалуйста, вот сюда. Вам здесь будет удобней. Вставайте, давайте, вставайте. Очень приятно. Как вас зовут? Настя. Что же вы можете нам сообщить о себе? Что вы делаете? Я играю. Логично. Скажите, пожалуйста, может быть, вы ходите в детский сад? Ходим. И, наверное, у вас есть подруга? Ну, есть много. Скажите, пожалуйста, вам нравится в детском саду? Нравится. Там вкусно кормят? Ага. А чем там кормят? Кормят там картошкой, с супом, там мясом. А что вы больше всего любите из еды? Вот что вам больше всего нравится? Вот что самое вкусное вам бабушка готовит? Макароны. Спасибо. Спасибо вам за этот рассказ. У вас 250 очков. Букву, пожалуйста. В. Буква В. Да. Виктор. Да. Нет такой буквы. Ах, такой буквы нет. Как же может быть здесь такая буква, если слово «паровоз» неверно? Вступайте в игру. Вы хотите вращать барабан или будете называть слово сразу? Я думаю, что я назову слово. Евгений Виноградов, город Москва. Студент Московского института железнодорожного транспорта. Так назывался раньше, да? Ну, слово. Пароход. Пароход, верно! Абсолютно точно! Так назывался сначала локомотив «Пароход». И мы аплодируем третьему финалисту капитал-шоу «Поле чудес» всем игрокам третьей тройки. Что кто хочет сказать сейчас? Так, давайте с вас. Во-первых, тут вам много подарков дарили. Да. Но я вам хочу преподнести
железнодорожную фуражку. Я вам преподношу еще вот тут вот книги есть такие. Если вы когда-нибудь прочтете, так вы, может, даже и позавидуете железнодорожникам. Хотя вы и так любите только летать. На железных дорогах вы редко когда... Вы, подождите, подождите, секунду, секунду, секунду. Вот это я должен показать. Это вы. Я молодец. Это вы? Боже мой. Мне хочется от ветеранов пожелать всем железнодорожникам доброго здоровья, многих лет, и чтобы они трудились отлично, так как железные дороги всю жизнь работали отлично и сейчас работают. Приятно. Говорите, вас слышно. Я всю жизнь работала паровозным машинистом. Вы машинист? Да. Всю войну я водила поезда на фронте вместе с мужчинами. Женщин было не так много машинистов, но были. Причем работали не хуже мужчин, а можно даже сказать и лучше. Это я вижу по орденским планкам. Я могу один случай сказать. Значит, на Курском направлении шли очень ожесточенные бои, потому что Сталинград, значит, там немца побили, он решил Курскую дугу здесь все же держать. Здесь, понятно, самолетов было уже немецких меньше, чем под Сталинградом, но самолеты были. И каждый поезд был под охраной. Вот в Касторном я взяла поезд, и мне, значит, прицепилось к составу. Состав был груженный 38 танков и 3 вагона с послуживающим персоналом. Не доезжая Курска, танки прямо с поезда пошли в бой. С танкистами, понятно. А я в это время, значит, стою на паровозе, думаю, за эту поездку мой поезд попадал под бомбежку 7 раз. Бомбы ложились вот так вдоль железнодорожного полотна. Я только смотрела, есть там хвост, идут хвостовые вагоны, все в порядке. И тут у меня телефон, значит, команда, жми, механик, жми, я и жму. Ну, остановка, танки загрузились, и в это время идет целая бригада. Значит, там все военные, красивые, одеты все. Ну, приехали с Челябинска, привезли танки новые в бой. На Курскую дугу. И подходит к паровозу и говорит, позови механика. Я, значит, так немножко беретку поправила, руки в мазуте, сама вся в угле тут. Схожу с паровоза, с молотком, с молоточком, думаю, после посмотрю паровоз. Он говорит, ну я прошу тебя, позови механика. Я, значит, думаю, ну что он хочет? Я говорю, да я механик, я. И вы, говорит, вот этот поезд вели с этот состав под этой бомбежкой, под таким напряжением. Я говорю, да, у нас железнодорожники все так ходят поезда. И женщины, и мужчины. Он тогда своей команде, там все, большое начальство, вот, говорит, видите, раз такая девчушка привезла состав у нас в целости после такой бомбежки, и мы, говорит, пошли в танки в бой, так мы, говорит, должны, говорит, Курск немедленно освободить. Ваш адрес, эти аплодисменты. Одену. Теперь одену. Сложно переходить после такого рассказа к другой теме. Учиться надо и запоминать. Поскольку я учусь именно в том институте, который вы назвали, а именно, как он теперь называется, Московский государственный университет путей сообщения, ему в прошлом году исполнилось 100 лет. Это такая знаменательная дата, что мы не смогли удержаться от соблазна подарить вам такую вот памятную красивую пивную кружку.
пейте из нее пиво и вспоминайте студенческие годы. Спасибо. Вот. Спасибо. Но это еще не все. Не все. Я заметил у себя одну очень схожую черту со Остапом Бендером. У меня такие же художественные способности. Поэтому я хочу вам подарить еще плакат. Это сеятель. Вещь хорошая. Это сеятель, который сеет, можно сказать, студенческие билеты, то есть, можно сказать, студентов, которые впоследствии будут работать на железнодорожном транспорте и приносить ему огромную пользу. Голубчик, вы Брюлов. Вы мне льстите. Призы, которые предоставлены железнодорожным акционерным страховым обществом ЖАСО. В студию! Призы третьей тройки игроков. В студию! И, конечно, каждому достается вот этот новый выпуск газеты «Поле чудес». А вам, моя дорогая, новый выпуск детской газеты «Поле чудес». Ага. От кировских железнодорожников примите, пожалуйста, скромный и теплый подарок. Минуточку. Еще эти. Кого? 400 лет назад на Вятке родился праздник. Свистопляска. Вятские игрушки. От этих глиняных игрушечек, свистулек, родился промысел. Дымковская игрушка. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, какая прелесть. Вот это в музей. И это ваше. Это ваше, 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 ваше. Конечно, это ваше. Вы скоро будете ходить в школу с этим ранцем. И, пожалуйста, вымпел с гербом города Кирова. Спасибо вам огромное. Отделение Горьковской железной дороги. От спасибо. С удовольствием передается в музей капитал шоу «Поле чудес». Рекламная пауза. И вот в эфире капитал шоу «Поле чудес». Игра со зрителями. А вот эту милую вещицу получит тот, кто скажет мне, как Черепановы, изобретатели первого в России паровоза, называли железную дорогу. Как? Поднимайте руку-то. Кто к кому? Да, слушаю вас. Колесопровод. Ай да игра со зрителями. Колесопровод. Мы аплодируем победителю игры со зрителями. Я прошу выйти вас в студию. Аплодируем, кстати, аплодируем. Так, вы подарки получили. Мы вас поздравляем с праздником. Подарки надо отрабатывать. С вас рекламная пауза. Рекламная пауза, наверное. И вновь в эфире капитал шоу «Поле чудес». Праздничная игра и праздничный финал. Я прошу, возвращайте, пожалуйста, барабан. Ваш ход. Вот задание на финальный тур. Какой предмет в 30-х годах прошлого века непременно хранился на каждой станции и при этом обязательно закрывался на ключ в сейфе? Обязательно это было на каждой станции. Связано это исключительно с безопасностью движения, которое как сейчас, так и тогда придавалось огромное значение. Что это за предмет? 300 очков на барабане и буква. Буква А. Буква А, верно. Есть такая буква. Откройте букву А. Прошу вас. Буква А. Только ваши аплодисменты. Только ваши аплодисменты. Ах, как жаль, что вам не выпал сектор ГАЗ. Приз от автомобильного завода ГАЗ. Теперь на его автомобилях «Газель» также устанавливается экономичный лицензионный дизельный двигатель. 750 очков. Это очень много. 750 очков. Буква. С. Буква С. Верно. И такая буква здесь есть. Буква С. Вы назовете слово сразу или будем по буквам дальше?
Нет, пока по буквам. Да, пожалуйста, полная тишина. Полная тишина в студии. Какой-то предмет почему-то запирался в сейфе. Я сказал, что это имело непосредственное отношение к безопасности движения. Только первые сообщения, первые паровозы, к которым так настороженно относились, но было канонизировано. Одна вещь, связанная с безопасностью. Кстати, по-другому просто и невозможно было. 250 очков. Буква. Буква. Тихо. Я. Буква Я? Да. Прошу прощения, какой предмет вы имели в виду? Да так, наугад. Такой буквы здесь нет. Вы вступите в игру, назовете слово сразу. Прошу. Ничего необычного по сегодняшним временам. А тогда в сейф, под ключ, не дай бог, не дай бог. И только это одно 100 очков. Буква. Буква Ч. Верно! Точно! Буква Ч. И я ожидаю, что вы скажете слово. Ясное дело, это часы. Часы! Абсолютно точно! По секундам ходили поезда. По секундам часы. Мы аплодируем победителю. Капитал шоу «Поле чудес» этой праздничной игры. Финалистам приз от спонсора программы французской парфюмерной компании «Эвафлор». «Эвафлор» – разнообразие стилей при неизменных французских традициях. В студию! Но это еще не все. Фантастический эпос «Лекс». Лучшее после «Звездных войн». А вам в подарок майский чай. Как сказал известный поэт Юлий Ким, кто в жизни понимает маломальский, тот любит только чай. И только майский. И эти аплодисменты в адрес всех финалистов. А в адрес победителя праздничного «Поля чудес» еще раз с Днем железнодорожника, со 160-летием железных дорог России. Я в грусти. Видимо, мы все-таки лишимся приятной возможности видеть вас в суперигре, потому что количество очков, которые набрали, превышает всякое разумение. У вас 200. Выбирайте. А что, чего? Утюг? Что ж выбирать, да. Утюг? Утюг в студию! Очень хорошо. Я готов задать вам этот вопрос. Не знаю, согласитесь вы или нет. Это все ваше. Это честные подарки. Это ваше. Это навсегда. Я готов предложить вам рискнуть на этот утюг. Вы знаете наши правила. Я предлагаю вам сыграть со мной в суперигру. Если вы выиграете, то и ваше. А если нет, то... Безусловно, решение. Безусловно, утюгом я рискую. Супер игра? Да. Давайте сделаем так. Сегодня праздник, чтобы просто вам было веселее, легче, вольготнее, если хотите играть в супер игру, я сделаю маленький сюрприз, или вернее, сделаю вам его, не я. Приз вручает президент компании «Май» Игорь Лисиненко. Желаю вам и вашей семье мира и благополучия. Пейте майский чай и будьте здоровы. Я прошу вынести сюда указатели суперпризов, которые будут разыграны сегодня в нашей праздничной суперигре. Суперпризы в студию! Итак, сегодня разыгрывается музыкальный центр, телевизор, ну, это милая шалость, «Поле чудес», видеокамера, видеомагнитофон, ну и, разумеется, автомобиль. Вращайте барабан сами, определяйте суперприз,
Сами, сами, все сами. Итак, супер игра и супер приз телевизор. Вот задание на супер игру. В старину одна из самых тяжелых железнодорожных профессий. Здесь огромное количество букв. Я хотел бы вам немножечко дать, ну, если не подсказку, то расшифровку того, что я так коротко сказал. Люди этой профессии стояли на узких площадках каждого вагона поезда и были обязаны чутко прислушиваться к сигналам с паровоза и при необходимости немедленно что-то делать. От их ловкости и быстроты зависела безопасность движения и жизнь персонала поезда и пассажиров. Значит, здесь... О, боже ж мой. Здесь огромное количество букв. Я разрешаю вам открыть любые... Чего? 7, 5, 8, 12, 26, 32. 6. 6. 6. Хорошо. Пожалуйста, назовите. К. К. Т. Т. Р. Р. Ща. Ща. Он знал, он знал. Дальше. Хватит. Это 4. Я обещал, я обещал 6. Это нечестно. Мягкий знак. Мягкий знак. М. М. Будьте так любезны, откройте буквы, если они вообще есть у нас на табло. Тихо. Вы назовите слово сразу или дать вам минуту на размышление? Да я не знаю, о чем размышлять. А действительно, кстати. О жизни только есть. О чьей? Тогда слово. Этот несчастный назывался тормозильщиком. Абсолютно точно! Тормозильщик! И мы аплодируем человеку, который только что выиграл праздничную суперигру! Во-первых, я обязан вручить вам то, что вы только что выиграли. Вот этот телевизор отныне ваш, вот внизу. Это лучшее, что есть на сегодня, этот телевизор сегодня ваш. Вы его выиграли. Эти аплодисменты зрительного зала, конечно, в адрес победителя. Но это еще не все. Приз от фирмы Oriflame. Продукция Oriflame. Это высокое качество и только натуральные компоненты. Косметика Oriflame. Лучший подарок к Новому году вашей жене. Приз вручает генеральный директор фирмы Transrail Center Владимир Иванов. Это те самые часы. Это те самые часы, которые хранились на каждой станции под ключ в сейфе. С праздником! Сегодня спонсором нашей праздничной игры была французская парфюмерная компания Eva Flore, успешно работающая на российском рынке более 8 лет. Я бы хотел, чтобы сейчас сюда, в студию, вышли все те, кто оказал нам честь и участвовал в сегодняшней праздничной программе. Я хочу, чтобы вышли сюда люди, которые доставляют нам радость и удовольствие. Железнодорожники, в студию! Давайте еще раз поздравим с праздником всех тех, кто доставляет нам радость и удовольствие. Поздравим людей, у которых сегодня по-настоящему радостный день. 160 лет железным дорогам России. Я не прощаюсь с вами. Я желаю вам всего доброго, всего хорошего всем, кто работает на железной дороге. Дай вам Бог покоя, удачи и полной безопасности вашей и нашей. Эта песня для вас. Неведомую даль, неведомую.
родная.